Здравствуйте, это канал Максимадзе. Продолжаем выполнять заказы подписчиков. И сегодня у нас карта в Майнкрафте. Называется она «Приключения Миши в Арабских Эмиратах», блин. Значит, где кнопка «Правила» у нас? Разрушаем блоки без разрешения, следуем сюжету, выполняем задания, используем только разрешенные предметы и способности. Карта на одного игрока рассчитана, к ней прилагаются еще и моды. Все будет в одном архиве по ссылочке в описании. Ну и, собственно, начать. Не будем тратить время. Приключения Миши в Объединенных Арабских Эмиратах. Денежки у нас тут есть. Карту прислал тот же человек, что прислал мне карту с недо GTA. Поэтому она даже в каком-то смысле схожа. Привет, мам. Слушай, можешь в магазин за хлебом сходить? О, да, конечно. Микроволновка, холодильник. Дайте пожрать. Спасибо. Морозилка. Ничего нету. А это кто такой? А, батя. Ростов-на-Дону ставит раком всю Москву. Пошел нафиг отсюда, я в магазин. Да, с каким-то никаким юморком, конечно, есть. По тому же вкусу карты сделано, что и та не до GTA. О, и бомжары есть. У Курского вокзала стою я, молодой, подайте... Христа, черновец золотой, на тебе денежку одну, ё-моё, и подавись ею. Найдем облачко какое-то было. Полиция, нам туда не надо. О, детишки, приветствую, детишки, хеллоу. Почему вы все разговариваете на английском? Попробуешь украсть нашего ребенка, убью. Ага, больше мне делать нечего. А, тут теперь нарком. Как я не завидую. Цветочный магазин. Но, по-моему, нас не за этим посылали. Ну, не знаю. Нас не просил никто цветы брать. Нас за хлебом просили сходить. Мэйли Зиздорс, я смотрю, тут есть мод, который анимацию на двери добавляет. Так, что у нас тут? Какого фига вообще мама посылает сыночка ночью в магазин? Вот это вот интересный вопрос, я бы сказал. Да что это за район такой огромный? Где тут, где выход? Где уже магазин-то? Во, наверное, вот это. Охранник. Ты ничего не своровал? Кстати, сейчас расскажу. Так, продавец. Здравствуйте, у вас есть хлеб? Только что привезли, идите к машине, заберите хлеб и идите на кассу. Был, короче, в Москве. Надо в скором времени, кстати, из ролик про это сделать уже. Какой-то незнакомый номер звонит. Ну-ка. Алло. Я не оставлял никакую заявку. Да, до свидания. Какой-то банк говорит, что я там оставлял заявку, а я ничего не оставлял. Короче, был я в Москве, сейчас же после того ужаса, который был в Сити-холле, усилили меры безопасности. Вот у нас в Новосибирске... Вот я в континент захожу, в торговый центр, там охранник пощупает прибором рюкзак или попросит там открыть какой-нибудь кармашек. И все. А там в Москве гораздо все серьезнее. Там в парках, в торговых центрах везде вот эти сканеры. Многие просят вообще все карманы показывать и так далее. Так вот, мы на последнюю ночь заселились напротив ВТБ-арены, в такой квартирке. Квартирка, на самом деле, не очень хорошая. И вот, я сходил в этот торговый центр, там магазин «Перекресток».
Там закусок, напитков, собственно, взял. А по всему торговому центру росгвардейцы ходят. Некоторые даже в бронежилетах, а у некоторых даже есть укороченные калаши. Меня родители ждали, я торопился. И вот оплатил на кассе, сразу побежал. Росгвардейцы тормознули меня, подумали, что я грабанул магазин. Ну, я им показывал, вот, смотрите, чек, вот это вот я купил в том магазине. Вот даже подошли к продавщице, говорит, да, вот молодой человек оплатил. Ну и все, короче, отпустили. Да, вот так побежал, называется. Да, бывают же случаи, а? Ладно, я не туда вышел. Какой-то странный грузовик. В смысле? Куда это мы поехали? Это что из-за... а почему я умираю? Что это за город? А что тут написано? А что это за ловушка вообще такая? Так, вроде добро пожаловать в Дубай. Далековато я забрел. А где паника? Паника, по идее, должна быть. А куда это нас приведет? А, понятно, это речь. Просто озвучивает его. Пишет. Ну, как-то стрёмновато выглядит город, потому что все черное вокруг. Стены. На меня давят стены. О! Вот это нам очень нужно. Ну, вернее, вот этот я все, пожалуй, припрячу сюда. А пушки я, пожалуй, сюда запихну. И бабки есть у нас. Эй! Хм, хорош. А это даже лучше стреляет. Сюда после убийства всех. Ну, экшен какой-никакой я люблю. Егор. Русские тут я смотрю. Привет, Егор, а ты что тут делаешь? О, да, меня тут в Эмиратах бизнес. А ты что тут делаешь? Да меня мама 2 дня назад за хлебом послала, а тут я залез в грузовик, и я оказался каким-то образом здесь. Вот беда, беда. Но я могу тебе помочь. Чем же? У меня есть знакомый, который здесь занимается авиаперелетами. То что я могу ему позвонить и сказать, чтобы нам организовали рейс. Круто. А тебе зачем уезжать? Ты эта страна уже задолбала. Я на родину хочу. Да и, кстати, у меня к тебе просьба. Тут за мной охотятся кое-какие ребята. Я им ничего плохого не делал. Они сейчас грабят банк. Я хотел тебя попросить, чтобы ты их взорвал. Я знал, что они туда поедут, и установил там динамит. Рядом стоит сундук с луком, выстрели в динамит и беги оттуда. После этого беги в аэропорт, и я буду тебя там ждать. Тебе все понятно? О, да. Тогда прошу выполнять. Ну ладно, детка, это что за дед нафиг? Hello, 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 hello. Hello. Мне кажется... Стоит ли вообще нажимать на эти плиты? Сначала разбейте стекло, потом стрельните в кнопку. Тьфу ты! Ой, я случайно это сделал. Я в динамит-то не стрельнул. Не подумал что-то. Привет. По новостям уже крутят про взрыв в банке. Тебя описывают как не... Да не было никакого взрыва. Я не на ту кнопку выстрелил. Самолет готов? Да, готовься. Мне нужно все сделать, так что идем. Это самолет так выглядит? Хлоу. Да, я скучал. Мы тоже. Сынок, наконец-то ты вернулся. Да, что-то никаких объятий там всего такого, что-то я не наблюдаю. А тут что? Ну, туалет, что же еще тут может быть? Ух, мне кажется, после таких приключений надо посрать. Какой кайф. Ничего не работает телевизор. Так. Спасибо за прохождение моей карты. Отдельная благодарность блогеру Максимадзе. Да всегда, пожалуйста, присылай еще карты. А он еще, кстати, присылал. Включаем геймод и давайте исправим нашу оплошность и взорвем тот банк. Геймод 1.
Где этот? Он там, похоже. Вот вам и взрыв, блин. Ну что ж, предлагаю по традиции взорвать карту. Используем динамит. И это огниво. Давайте да взорвем его до конца. И будем радоваться еще больше. Ой. Командные блоки не взрываются. А я могу убить? Нет. Из вот этих-то я не стрелял. Вернулся только без хлеба, да? Но все же у меня до сих пор остается вопрос. Что это вообще за магазин? Это магазин похищения? Продавец знает о том, что в Арабские Эмираты нас увозят, или... Или это... Все как-то... Или это все... О, босс бандитов. А почему мы здесь не... Мы здесь не были. Ну и давайте тоже взорвем это место. Жаль. Не взрывается динамит, если в него выстрелить из оружия такого. А чё я взлететь-то не могу? О. Так, дальше что у нас по плану? Так, мы уничтожим весь этот зловонный город. То же самое. Так. Давайте сразу запичкаем все дома динамитом. Да, каждый взорвем. Слишком карта слишком простая, но интересные моменты в ней, конечно, были. Так, ну и этот ужасный магазин тоже уничтожить вместе с фургоном. Продавец выжил. И охранник тоже. Там что находится? Еще дома. Надо разнести.
так я все взорвал или нет? Ага, вот этот. Вот это место еще не взорвали. Забаррикадированное место. Ой. Пускай взрывается. А, ну и дом наш взорвем тоже. Родители-то выживут. А это тот же дом, да, наш? Только что-то он немножко отличается снаружи. А, детская площадка, дети. Сейчас я вам тут самое настоящее веселье устрою. И от наркомании излечу. А это что? А, еще один. Он очнулся и опять упал. Эх, ладно, давайте на этом закончим. С вас и господи, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.